Всем привет! Завершил очередной заказ. Это вот такие вот две клеточки для кеннерей. Заказали их из города Одесса. Очень долго ждали, не получалось у меня раньше сделать. Но наконец-то я закончил. Вот такой вот их внешний вид. Это стоит две клетки одна на другой. Сейчас сделаю вид такой общий, а потом покажу вам размеры. Это вид сбоку. И вид сзади. Сейчас я одну сниму и посмотрим более подробно. Ну вот так она выглядит сверху. Попросили сделать ручку, чтобы можно было переносить. Устройство, в принципе, как обычно, нового ничего нет. Кормушечки. Лоточек. Внутри, как всегда, буртик, чтобы мусор меньше скапливался между поддончиками, стенками. В конце есть отверстие для того, чтобы мусор с помощью кормушки выталкивать туда, чтобы тоже не набивалось. Весь мусор будет проходить дальше. В этих клетках я сделал по три жердочки. Они все, ну тут их стоит по две, заказали просто дополнительный комплект. Все жердочки разного диаметра, для того, чтобы мускулы птиц работали как положено. Так и в литературе пишут, что намного лучше. Дальше покажу вам еще крепление для купалки, как выглядит. Вот такая проволока, таким образом согнута. И здесь на проушинах таких зажимчиках. И все на месте. Вот так выглядит изнутри. Зазоров больших нет. Все в пределах нормы. Птица не выскочит. Поилочка стандартная, ставится в любом месте, где вам будет удобно. Хоть сюда, хоть туда, разницы нет. Также и снизу. На месте. Здесь все так же легенько. Ну вот и все. В принципе, нового ничего нет. Кому будет интересно, сейчас я промеряю. Посмотрите размеры. Получается 460 лицевая стенка, 260 миллиметров глубина клетки, и высоту сейчас померяем.
71,5 сантиметр. Ну вот, в принципе, и все. Еще раз посмотрим со всех сторон. А высота борта, часто спрашивают высоту. Вот получается 100 миллиметров. Вот такие клеточки. Ну а на этом всем спасибо за внимание. До новых видео. Говори мне, до новых видео.